Надоело ходить в батиных обносках, а друзья засмеивают, что нет хотя бы маломальски приличных скинов. Тогда залетай на SGM Lux, здесь ты наконец-то приоденешь свои сигнатурки Аркана за 19 рублей, Дота Плюс за 6, мультикас кейсы, в которых ты получаешь до 4 шмоток за одно открытие. Мало, тогда лови бесплатный кейс и бустерпаки с тонной бонусов и халявы для вкусного старта. Не заставляй себя ждать, забирай все это по ссылке в описании. Ну, это, конечно, да, сильно. Не, с рефракшеном все-таки Суприм добивает. Тут уже... Хоть одного забрал. Больно, конечно, очень, тем не менее. Ну, у Зитракса все хорошо в начале. 8-1. Ага. Опа, понимаю. Понимаю, у меня герои. Я слов выкидываю его. Слышно. Вот выкинуть решил, блядь. Хочешь выйти? Слушай, иначе я уделю тебе свою вещь. Слушай, если хочешь выйти, давай, давай выйдем. Я приеду куда хочешь. Коронавирус. Не коронавирус. Я приеду куда угодно. Кидай мне адрес или приезжай сам. Я прямо сейчас на машине первым рейсом, троллейбусом, трамвай, автобус, баблакар, аэропорт, рейс, что угодно. Дай мне адрес, я тебя найду где угодно. У меня связи по всему миру, блядь. Таиланд, Дубай, Россия, Украина, Казахстан. Везде, Алматы меня знают все везде. Спасибо. Все, посыпались шмотки для Кристаллайза. Эргуан. Ой, пошла арена. Боже ты мой, какая арена! И Battle Strike, Натус, Винцы рассыпятся один за другим. YouTube! I'm in the YouTube, mom! Oh my god! Don't let it land? On the comeback. Leave them in chains after this summer. Сосать куча обостранная! Куча! Повержена! Но только единожды, к сожалению. I've been pretty aggressive here. It's a lot of damage onto Nick. Go look at all the minus some, but J-Bit, the up here, the more of the kisses is more, they all laid on the ground, Emperor shredded! Вот такая вот вам информация. Игрок номер 6, если для вас игрок номер 7 ушел по красному, то я могу вот так говорить по красному, я здесь красный, и это не обсуждается! Уходит 9, уходит 3, мы играем без баланса, я здесь красный, это для вас красная речь, или нет, игрок номер 6? Убеди... Да, да, все. Хорошо, все. Отлично, уходит 3, уходит 9 по очереди, я здесь красный, спасибо. Но, типа, как бы это Дэнди, только в Швеции. Ты уже ничего не ждешь от этого игрока, он был супер крутой, он был лучший в свое время, но время идет, приходят другие, они становятся лучше. Куман! Заур! Заур! Динозаур! Лучший урок, просто же лучший.
А эту штучку? Не сдуй, блядь, что тебе еще дать? Отъебись так. Извини, деда. Блядь, бордом насывал ему, шо ему еще, сука, пиздуй тебе. Нахуй твои ворды. This is the guy with the funny voice, right? This is the guy with this insane voice, right? Блин, небольшая. Джина против Карины? Ну ты как бы фотки Джины и Карины видел, Жек. We're gonna have to roll. Roll in the lobby for frontline. Oh, God damn it! Wait, what? 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 No way! Reroll! Короче, Дади, бан до 21 года. Но я могу играть на ранкед. Если я получу ЛП, сыграю ЛП, то по идее этот бог до 21 года исчезнет. A few moments later. Ой, я ж могу зарендомить. Your turn to pick. Да все, пошел нахуй отсюда. Я мидер. Так, Легионка бежит. Чё кастануть? Блять, чё кастануть? Я не могу придумать. Ай-яй-яй-кью. Блять, хуе. Ай, плохо кастанул. Сука, ну нельзя, блять. Ах, блять. Поебали, короче. Уёбки тупые, Сларка ФК, мразь. Не доигрывает до конца. До сих пор не могу въехать. Почему Папич поставил «Сумеркам» и «Титанику» оценку 10 на Кинопоиске? А «Титаник»-то тут при чем? Хотя другим достойным и просто шикарным фильмом. Он ставит среднюю оценку 4.6. Угу. Я просто не понимаю. Он, блядь, «Шоу Папича» 6 баллов поставил. Это вообще просто. 6 баллов — это еще и как будто ты тройку получил на домашней работе. Это мало, блядь. «Шоу Папича», визитная карточка Папича. Если что, вот до этого смотрело 50 человек. Я сделал «Шоу Папича», и вот кем он стал. 6 из 10, говорит. Don't flame, don't pay up. Ехал, я понимал, что я не свапнусь уже. Здравствуйте всем. Сейчас скажут, иди нахуй. Дурак, что ли? И тебе сдохнуть быстрее, ублюдок. Спасибо, спасибо. Благодарю, ребят. Не, ну поздоровался, получилось оскорбление в лицо. В принципе, я понимаю, почему. Потому что я лес, правильно, лесник хуесос всегда. Я этого же мнения, так что нормально.